многофункциональный автомобильный бортовой компьютер ABD-2. Это устройство, которое имеет возможность отображать множество полезных параметров и предупреждать звуком и миганием о выходе значений за допустимые пределы. Оно получает всю необходимую информацию через диагностический разъем ABD-2 и GPS-модуль. Этот компьютер может отображать данные, такие как скорость, температуру охлаждающей жидкости, температуру масла, расход топлива, уровень топлива, напряжение, температуру окружающей среды, а также проводить испытания на ускорение и торможение. Кроме того, он способен очистить неисправные коды и отправлять сигналы тревоги во время вождения. Есть возможность выбирать различные стили отображения, а сам компьютер может быть установлен как на приборной панели, так и на лобовом стекле автомобиля. Средняя цена — $45. Ссылка на товар в описании.